меня одно стихотворение, не свое, не свое. Я хочу прочесть. Да, скажите, чье? Ахматова. 21-е. Ночь, понедельник. Силуэты столицы в мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности, или от скуки все поверили, так и живут, ждут свиданий, боятся разлуки. Любовные песни поют. Но одни открываются тайны, и почтет на них тишина. Я на это наткнулась случайно. До сих пор я, как видно, болею.